Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и уважаемые контрагенты. Я снимаю это видео, находясь на канале Лаборатории психологического обеспечения. Буквально вот сегодня я выложил очередное видео, посвященное методологии оценки качества мышления и социальной стратификации. И, к своему удивлению, давно это не смотрел, не видел, обратил вот на такую круглую цифру. Я хочу поздравить своих коллег с этим событием, поздравить вас, поблагодарить вас за то, что вы оказываете внимание нашему каналу, заходите, смотрите наши видео. И спасибо вам за это большое. 229 тысяч просмотров, 600 подписчиков официально на канале. И я вас должен заверить, не просто поблагодарить, но и заверить в том, что дальше будет еще интересней. Материалов информационных, опытных, экспериментальных, исследовательских у нас очень-очень много. Поверьте мне, не на одну докторскую, кандидатскую хватит. И, соответственно, много-много материалов у нас еще не освещено. Было бы замечательно, если бы наши подписчики активизировались и тем, кому нравится наше видео, ставили под нашим видео лайки, поднимали канал в рейтинге, в топы и так далее. И, соответственно, очень хочется слышать вашу ответную какую-то реакцию. То есть, если рассматривать каждое видео, то это некий стимул. Стимул к общению, стимул к дискуссии. И, соответственно, если бы вы задавали свои вопросы под нашим видео, было бы замечательно. Или же, например, задавали его в нашей группе ВКонтакте. 600 подписчиков, значимая цифра. Прошло буквально, наверное, года 3, может быть, 3 с чем-то, 3 с половиной, как был открыт канал, и начали мы записывать свои первые видео. Спасибо еще раз большое, и ждем от вас ответных реакций, лайков и, соответственно, комментариев к видео. Задавайте свои вопросы и какие-то высказывайте мысли, идеи и так далее. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!